Всем привет! Сегодня будем открывать новый альбом TXT. Такой красавчик приехал. Он ко мне приехал уже в субботу. Я просто терпела до последнего. Сегодня понедельник. Потому что я выходные работала, а ночью снимать как-то не очень. Здесь предзаказ от Apple Music, наклейки и сзади карточки. Да не такие, их потом посмотрим. Давайте начнем с этой версии, которая вверху лежит. Блин, почему такой свет желтый стал? Не пойму. Так, может, получше будет. Я очень пожалела, что заказала с предзаказом у Apple Music. Потому что у Виверса карточки намного красивее. У Apple Music тоже красивые карточки, но вот я покажу вам потом. Там ребят вообще почти не видно. Так. Оп. Так. Там все плюшечки. Я надеюсь, у меня в этот раз не будет повторок, потому что там должны быть одинаковые карточки. Вот эти вот. В прошлом альбоме были, только немножко другого формата. Ладно, выйдем, короче, потом. Здесь диск такой. У меня сейчас 8 утра. Очень извиняюсь, я немножко торможу. Можно и так сказать. И фотобук. Он получается вклеенный. Мне вот эта версия больше всего нравится. Она более такая нежная, цвета здесь более приглушенные, такие пастельные. Так, фокус. Я, насколько помню, там еще были, в комплект должны были идти полароиды, но их только 300 штук. Я распаковки не смотрела, я смотрела карточки какие, вишлисты, и я еще нигде не видела эти полароиды. Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, в комментариях или скиньте ссылку, пожалуйста. Мне прям интересно, как они выглядят. Но самые, конечно, красивые карточки, мне кажется, это от M2U, по-моему, называется. Боже, они там прекрасны просто, но стоят сейчас. О, как же больше денег. У тебя бедного побили. Упал. Вот эти фотографии очень красивые. Эх, не люблю такие фотографии. Ну вот что это такое? Тоже Инджу заживала. И ты хё... И, нет, такая, да. Вообще не видно его. Зачем так развороты делать? Лучше бы на одну страницу сделали тогда. Вот такие у Apple Music карточки. Да, вот прям точь-точь. Вот у Субина еще. Вообще, хорошо, его хотя бы видно, он на пол карточки идет. У Юнджуна там вообще весь диван на карточку. Бунгю тоже, в принципе, на пол карточки, он. У Кая хорошая карточка. Ну, Тухён так. Получается, тоже он весь маленький. Это вот на таком формате она хорошо смотрится, а на самой карточке их вообще не видно. Очень красивая фотография. Все. Он приклеенный получается. Так, это фотобук. Ой. Что-то он плохо прям закрывается так. Кушать хочет.
Так, давайте дальше. А здесь открытка. О, Цубин. Ты такой здесь красивый. Так, это плакат, да. Боже, я надеюсь, ты влезешь не в кадр. Не порвать бы. Нет, он не влазит. Эх. Давай, давай. Вот такой вот. Так, плакатик. А наклейки дальше. Наклейки красивые, мне нравятся прям. Это... А, нет, я думаю, это лирика. Это еще один плакат. Ну, вот такой формат мне больше нравится. Не в плане оформления, а в плане размера. Так, это... А, это лирика. Ой, прикольно оформлено. Так. Бамгю. Наконец-то мне попался. Мне, по-моему, в прошлом альбоме вообще не было с ним ничего. Это стенд получается. Не буду его разбирать. Так, это... Как же она... В общем, ее через программу можно навести, и там будет какое-то послание от мембера или интервью, что-то, что-то такое. Но я снимаю на телефон, поэтому у меня не получится этого сделать. Так, а кого у нас был розовый? Розовый скейт у кого был? Мне прям интересно стало. Розовый, розовый. А, это Юнджун получается. Я точно знаю, что на оборотке будет написано, кто это. Так что сделаем вот так вот. А, ну, с Богом. О, Субин. Такие ямочки у него здесь. Какая прелесть. И последнее. Субин. Он меня преследует, походу. Так он здесь красивый. У Виверса почти похожие карточки были, только они там с Рахульку показывали. Так, кому-то поспечил мне написать, извиняюсь. Ой, красивые карточки. И штрих-код. Так, с первым альбомом все. Оп. Падать. Давайте второй. Там торчит прям так. Надеюсь, ничего не испортилось. Вот здесь уже синее оформление. Так, поехали. Ой, здесь уже глянцевые. Такие прям журнальные. Странички там были матовые. Блин, я все съехала. Господи, сколько блесток. Я надеюсь, это какой-то фильтр или они обклеивали это реально. Ну вот кто такие развороты делает?
Пипец. Ну вот опять пол лица нету. Все так ярко, сочно. Нет, фотографии очень красивые, но не в моем стиле, правда. Мне предыдущая версия больше понравилась. Вот опять обрезали. Забавная фотография. О, вот такие фотографии мне нравятся. Хоть даже очень все ярко, аляписто, но мне прям нравится. Вот это шикарная фотография. Все, дальше у нас пожелание. А, нет, еще есть. Все. Какой-то прям маленький фотобук, мне кажется. Хотя фотографий там прям приличное количество. Ну, как-то очень быстро. Так. Теперь давайте смотреть плюшечки. Поехали. Ёнджун. Ты такой тут красивый. Так, плакат. Господи, пожалуйста, можно я его не буду открывать? Он очень большой. Наклейки. О, наклейки разные получаются с каждой версии. Блин, вот эти образы мне нравятся. Супер, что прям наклейки с ними сделали. Так, это, по-моему, одинаковые. В той версии такая же была. Так, это лирикбук. По-моему, чуть-чуть отличается. Да, такой я не видела в прошлом. Да, оформление чуть-чуть другое сделали. Так, это опять мини-постер. Субин в юбочке. Так, это с другой стороны. И вот такой коллаж. Это Тэхён, по-моему. Потому что у него шапочка была. Да, господи. Вот это вот. А, нет, Юнджун. Прям сочная такая фотография. Очень. Так. Ёнджун. Это тоже надо сканировать и, по-моему, тоже покажет что-то. Ну, если кто корейский знает, можете прочитать. И поехали. Карточки. Давайте эту первую. Только не Субин. Он у меня уже есть. Тэхён. Ну, хоть так ты мне попался. Такой бельчонок у него. Там молоток у Бельчонка, что ли? По-моему, молоток, да? Так, и карточка. Ёнджун. Я сейчас открою вам предзаказки от Apple. Эта парочка меня преследует. Слушайте, блин, красивая фотография. Как-то на виш-листах она... Ну, вот у этой версии мне карточки не понравились. Ну, сейчас живую так смотрю, она очень красивая. Так, и QR-код. И последнее, давайте посмотрим предзаказ. Ну, здесь вот эти билетики. Я никогда не пользуюсь.
Наклейки одинаковые. Наклейки, короче, у меня куча теперь. И карточки. Вот про то, что я говорила. Они темнее, во-первых, чем фотобуки. Вот здесь Субину вообще не разглядеть. Здесь, ну, более-менее еще. У него еще более-менее такая карточка. Потому что он хотя бы на полкарточки идет. И Ёнджун. Вот его тут вообще не видно особо. И тут полкарты диван занимает. Нет, идея вообще прикольная, но как-то... Ну, мне не нравится такая идея. Их очень плохо видно. Такие вот. Ну и все. На этом распаковка заканчивается. Получилась она очень-очень маленькой. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.